Вот все говорят попса, попса. Да, кстати, привет, забыл поздороваться. Попса, попса, продюсерские проекты, софт-рок, поп-музыка. Ну и что? Спрошу я, что такого? Попсу терпеть не могу, попсы так много, так она отовсюду прет просто. И не побоюсь этого слова в тяжелой музыке, в Doom, в Death, во всей этой истории такое количество попсы, ребята, это невероятно что-то. Я очень люблю тяжелую музыку, последние годы слушаю ее много и часто. И я уже показывал пластинки свои, там, Пантера, Сепультура, все остальное, Дефтонс. Еще много у меня чего есть. Это все, на мой взгляд, опять-таки не попса, как я чувствую, но столько там трэша. Не в смысле трэша, а в смысле мусора. Огромное количество. Как и в любом другом жанре, кстати говоря, столько всего и в прогрессив музыке, и в хард-роке, и в чем угодно. И в джазе, кстати. Везде она нас окружает. Но я не об этом. Я о поп-музыке. Я очень люблю поп-музыку, кстати говоря, в отличие от попсы. Слушаю много, часто, примерно так же, как тяжелый, как тяжелый металл. Примерно с той же интенсивностью. Поп-музыка хорошая, это класс. Это же Битлз, например. Что это такое? Поп-музыка, популярная музыка. Очень кайфовая, очень хорошая. Ну, я говорю о другом, о продюсерском проекте под названием Bread. Хлеб, то есть. Что это такое? Ну, во-первых, эта пластинка вышла в 1969 году, я ее очень люблю. Это одна из первых, если не самая первая пластинка, которая попала мне в руки, когда я был еще совсем ребенком. Учился в школе даже не в старших классах, в каких-то средних, ближе к младшим. И в моих руках оказалась западная пластинка, американская пластинка рок-группы с названием Bread. Я тут же перевел, что это значит. Означает хлеб. Обрадовался, ну, во как я. Круто, все понял. Стал ее слушать на проигрывателе Vega 101. Это ужасный проигрыватель, ужасающий. Vega 106, который потом появился, это хороший проигрыватель, его можно до сих пор использовать. Он действительно тянет, что называется. Ну, не в смысле тянет, а в смысле работает и звучит. А Vega 101 это такой убойный аппарат был. Но, тем не менее, я на нем прослушал достаточно много музыки. Вот стал слушать этот Bread, ничего не понял. Думаю, а где же рок, а где же Slade, а где же вот этот Creedence? Ну, все, что я тогда знал. И еще несколько коллективов, в том числе Deep Purple и Doors. Почему-то я уже тогда как-то в юном совсем возрасте, в детском возрасте. А тут ни Slade, ни Deep Purple, ничего. Хотя парни симпатичные, вроде такие, в меру волосатые. Один в темных очках вообще. Круто. Америка. А где рок? Рок. И только с годами потом я понял прелесть этой музыки, прелесть этой группы, она настолько хороша, хотя это то, что называется софт-рок. Словосочетание, которое я ненавижу. Вот этот софт-рок, бесполый, ханжеский какой-то софт, такой мягкий, погано-мягкий какой-то, вот безвкусный, пресный. Зачем непонятно сыгранный, для чего, для кого, с какой целью, что в душе у музыканта было, у автора, когда он сочинял этот самый софт-рок. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чушь собачья какая-то. Но вот этот софт-рок, он от слова рок, даже не от слова рок, а от слова музыка. Музыка удивительная. Настолько она, с одной стороны, простая, с другой стороны, сложная, когда начинаешь копаться в каждой песне. И песни разделить достаточно трудно, потому что каждая из них – это отдельный маленький шедевр, так выстроенный, так скомпонованный, так честно написанный, сочиненный. Вот эта честность, она читается такой легкий. Аналогов, кстати говоря, я не знаю, потому что это, наверное, единственная американская группа, которая играет как английская. Ну, за уши можно притянуть кого угодно под такое определение, но здесь в чистом виде битловские какие-то, битловские
гармонии, битловские мелодии, битловское построение всего, но при этом вообще не Битлз, совсем, никакого плагиата. Ну вот, самая английская из всех американских групп, пожалуй, что. Музыка легкая, да, легкая. Такого хардрокового напора здесь нет, но не обязательно же все время, не обязательно же все группы должны играть тяжелый рок, правда? Есть и другие любимые авторы у меня. Так вот, Брэд, продюсерский проект, Дэвид Гейтс основал эту штуку. Продюсер, который занимался продюсированием, выпускал альбомы всяких разных людей. Кстати говоря, принимал участие в аранжировках песен для Элвиса Пресли и для массы других именитых весьма музыкантов. Был человек вполне обеспеченный уже, потому что работы у него было много, продюсер он был хороший. При этом, как и положено нормальному продюсеру, он был мультиинструменталист, очень хорошо играл на всех практически инструментах. Мульти слово, да, значит много, все, на всем играл. На фортепиано, на электронных клавишных инструментах, инструментах на гитаре, на бас-гитаре. Прекрасно пел. И записывал он пластинку Джеймса Гиффина. Гриффина, точнее. Такого музыканта, сольных альбомов которого я не слышал ни одного. Не знаю, хороши ли они или плохи, ничего сказать не могу. Но они друг другу так понравились, эти мужчины, что решили создать совместный проект. Пригласили еще музыканта по имени Роб Ройер, который играл на гитаре и пел. Барабанщики у них менялись время от времени. Группа выпустила, в принципе, 5 альбомов. Ну, в дискографии написано 6, но 6-й вышел в 77-м году, а из золотого состава, золотого периода, это вот этот, по-моему, 72-й год, если я не ошибаюсь, Guitar Man. Это 5-я пластинка группы, на которой главная история группы Брэд заканчивается. Начинается уже распад, ссоры, уходы, приходы. В 77-м году вышел еще один альбом, потом уже где-то на излете 90-х они снова собирались, как положено, реюнионы. Но это уже все не то. А «Чистое золото» – это вот этот, конечно, альбом первый. В зрелом возрасте уже я начал его слушать, и я совершенно одурел. Ну, как же я так прошел мимо, когда я был совсем мальчиком, почему же мне это не понравилось? «Dismal Day» – песня, кажущаяся с простой гармонией, такой нисходящей, восходящей. И так она развивается, так чудесно вдруг запели музыканты. Такие голоса можно сравнить с кем угодно, с лучшими вокальными группами, наверное, мировой музыки. С Eagles, там, с Crosby, Stills, Nash, Young. Вот с такими мастерами-виртуозами. С Beach Boys. Только это совсем не Beach Boys, не Crosby, Stills, Nash, Young и ничто другое. Это в битловском ключе американская музыка, виртуозно сыгранная, стремящиеся к простоте, но при этом прийти к этой простоте можно только мастерски владея инструментами и показывая все свое мастерство композиторское. В одной из рецензий на пластинке Брэд я прочитал, что у них спиралевидные гармонии. Я с трудом представляю, что такое спиралевидные гармонии, но могу сказать, что гармонии в каждой песне, и гармония, и мелодия неожиданным образом не то чтобы усложняются, а меняются и уходят в какое-то свободное плавание. Такое ощущение, что и, собственно говоря, и музыканты, и вокалисты, а это все в одном и том же лице, в одних и тех же лицах, они садятся и не сочиняют сначала все эти ноты, не пишут, а просто вот их несет, и они, следуя за песней, следуя за текстом, следуя за музыкальными идеями, которые у них рождаются, они тут же все это излагают, но излагают в максимально доступной форме. Не знаю, понимаете ли вы меня, музыка с музыкальной точки зрения очень сложная, очень круто сыгранная, но воспринимается чрезвычайно легко. «London Bridge» – следующая песня.
Она могла бы быть на пластинке Битлз, опять же, на какой-нибудь, или на пластинке Пола Маккартни. Она такая же сложно красивая, как песни Маккартни, неожиданная, нежная и энергичная одновременно. Очень здорово. Ну и главная фишка – это, конечно, «Cold Eye», песня номер 3, которая начинается с раздражающих таких нот, вокальных фраз. «I could, I could, I ta-da-ta». Ну, я не этот самый, не вокалист, поэтому... И уходит в какую-то симфонию просто. Без этого самого, без оркестров, без ничего. А настолько неожиданно красивая, сложная, торжественная, интересная, широкая музыка. Песня длится 3,5 минуты, но ощущение такое, что она длится 7 минут. Когда ее слушаешь, там так много всего, что кажется, она длинная, она играет и играет, играет. И хорошо, что играет, и хотелось бы, чтобы она играла еще больше, еще дольше. Но она все-таки через 3,5 минуты заканчивается. Но настолько неожиданно, настолько интересно. «Look at me» – следующая песня. Чистый фолк вдруг, после массы инструментов, после сверкающих, звенящих гитар, баса, ударных, клавиш, хаммонда, мук иногда проскакивает, но мук не жужжит, не заливает собой все, как там у группы Yes, Рик Вейкман, например, да, а одноголосые штучки такие муговские прорезают. Просто настолько тонко все, настолько здорово сделано. На второй стороне Family Doctor опять почти фолк, но с такими электронными вкраплениями. Так всего много, и такие виньеточки, фишечки, музыкальные фразы. Партитура расписана как будто для симфонического оркестра, а играет группа из 4 человек здесь. Ну, и из 3 плюс барабанщик. В общем, все хорошо. Но вот эта пластинка 72-го года, Guitar Man, она меня покупает просто мгновенно. Это последний предраспадный диск. Начали уже ссориться артисты между собой. Оба были круты, отцы-основатели этого коллектива. И, конечно, их тянуло в какие-то разные стороны. «Welcome to the Music» – песня, с которой начинается альбом. Заявка на рок сразу начинается с барабанов неожиданно. Она гораздо тяжелее, чем первый альбом «Bread». Хотя музыки здесь очень много, и инструментов много, и звуков много, и плотность удивительная при всей прозрачности и красоте. Здесь сразу барабаны, сразу электрическая гитара. Там тоже электрические гитары. Не пугайтесь, это не фолк какой-то. Там и даже не Crosby, Stills, Nash, Young. Здесь гораздо ближе к тому, что мы все называем рок. Хотя и легкий. В смысле, не тяжелый. Ну и «Welcome to the Music» мне, кстати, нравится меньше всего из того, что здесь есть на «Guitar Man». Зато все остальное – это просто россыпь алмазов каких-то музыкальных. Сама песня «The Guitar Man», в ней так же, как и в любой песне группы «Bread», мелодические фразы такие, которые... Вот «Guitar Man», если послушать песню, навсегда в голове остается мелодический ход этой песни. Они такие мастера, сочинители, эти господа, что пишут мелодии, которые... Бац, как заноза в голове, навсегда просто с тобой дальше. Очень красивая песня, это «Guitar Man», кажущаяся простой, но непростая совсем. Совсем непростая, этим и хороша. Хочется сказать еще про произведение... Ой, да они все тут хорошие. «El Bray», которая стала хитом, выходила на синглах. Лирическая песня, тоже околофолковая, акустическая гитара с блокфлейтой, и с барабанами, с басом, с этими самыми клавишами, естественно. Но это все не давлеет, это все в музыкальном полотне укладывается совершенно ограниченно. «Picture in Your Mind» на второй стороне, вот 4-я песня, 4 минуты 40 секунд. Эта группа «The Who» может позавидовать. В плане сочинения рок-опер, в плане сочинения сложных произведений, не менее сложная песня, чем песня группы Yes,
только исполнено скупо, строго и очень красиво. В общем, группу Bread, которая в нашей стране не очень известна, я очень всем советую послушать. Вы 1000% получите удовольствие. Вне зависимости от того, какой стиль музыки вы любите, я гарантирую, что эта музыка вам понравится. Поставлю я гитармен. Ну, буду пить, естественно. Пока, до новых встреч.